Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. По поручению главы Карачаево-Черкесии для конной полиции Севастополя выделено 18 лошадей карачаевской породы. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Карачаево-Черкесии на Донбасс. Специалисты Карачаево-Черкесэнерго завершают ремонт энергообъектов на курортах Архыз, Домбай и Теберда. Итак, к главным новостям. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова для конной полиции Севастополя выделено 18 лошадей карачаевской породы. Чистокровные лошади из племенных хозяйств Урупского и Малокарачаевского муниципальных районов станут верными напарниками полицейским и приступят к патрулированию улиц города Севастополя. Основными достоинствами лошадей этой породы являются высокая работоспособность и выносливость и, конечно же, преданность хозяину. На заседании правительства Карачаево-Черкесии под председательством премьер-министра Мурата Аргунова была утверждена стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Карачаево-Черкесии. Помимо этого были внесены изменения в ряд постановлений, в их числе региональная программа Карачаево-Черкесии «Чистая вода» и территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова три машины, груженные дровами общим весом более 33,5 тонн, отправились из Черкесска. Две из них предназначены для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и будут доставлены по линии Министерства обороны Российской Федерации. Третья выехала в Луганскую Народную Республику. Ее жителям доставят по линии МЧС России. Это уже 41-й груз, который по поручению члена Высшего Совета Единой России, главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, региональное отделение партии совместно с правительством республики, администрациями городских округов и районов отправляют на Донбасс. Еженедельно мы формируем гуманитарную помощь, исходя из запросов наших военнослужащих и жителей Луганской и Донецкой народных республик и освобожденных территорий Украины. Сегодня мы с нашими партнерами, Министерством природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии, отправляем вторую партию дров, рассказал руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Джамбаев. Прибывшим в Карачаево-Черкесию детям из Донецкой и Луганской народных республик вручили школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Мероприятие прошло в Управлении образования Черкесска. Пеналы с ручками, карандашами, тетради, альбомы, краски, другие канцелярские принадлежности в рюкзаки собрали все, что нужно для учебы и творчества. Всего было вручено 9 наборов. В рамках всероссийской акции «Единой России» всего было охвачено более 700 детей из Донецкой и Луганской республик. Также около 200 школьных наборов отправили непосредственно в Донецк и Луганск. Кроме того, наборы школьных принадлежностей получили дети военнослужащих, дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из всех районов республики. Отметим, ранее детям из ДНР и ЛНР помогли приобрести школьную спортивную форму. Акцию организовали представители Карачаево-Черкесского отделения благотворительной организации «Российский детский фонд» при поддержке регионального филиала ПАО «Русгидро». В соответствии с поручением президента страны об обеспечении лекарствами людей, живущих в сельской местности и труднодоступных регионах, Почта России начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий. Первым фармацевтическим партнером компании стал маркетплейс здоровья «Здравсити». Почта сможет привезти безрецептурные, не требующие специальных температурных условий транспортировки и хранения, лекарственные препараты. Оформляя покупку на сайте здравсити.ру, клиенту нужно указать свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получателем, чтобы согласовать время доставки на дом.
Жителю Карачаева-Черкесии, заявившему о ложном минировании здания, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. Напомним, в феврале текущего года на телефон 112 единой дежурно-диспетчерской службы по городу Черкесску поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании отделения почтовой связи «Кызыл-Октябрьский». Управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии во взаимодействии с МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установило, что данное правонарушение совершил 50-летний житель аула «Кызыл-Октябрь» из хулиганских побуждений. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлен факт незаконной реализации молочной продукции в Черкесске. Факт был обнаружен благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий», комментирует информацию государственный инспектор отдела государственного ветеринарного контроля и надзора управления Зурида Агирова. Установлено, что ООО «Восток» продолжала свою деятельность по реализации продукции животного происхождения, хотя по данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц деятельность фирмы прекратилась в 2016 году. За это время ООО «Восток» с торгового павильона «Мясной двор» реализовала более 13 тонн молочной продукции. Площадки, не состоящие на учете в налоговом органе, не имеют права заниматься экономической деятельностью в области производства, хранения или реализации подконтронных государственным ветеринарным надзору товаров, являются фантомными. Управлением Россельхознадзора хозяйствующий субъект и данные площадки исключены из системы Цербер для предотвращения нелегального оборота продукции. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в квартире у жительницы Черкесска обнаружили и изъяли рецептурные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, всего 246 единиц. Со слов хозяйки квартиры, она хранила их для последующего незаконного сбыта с целью получения личной выгоды. Также выяснилось, что подозреваемая продала 6 капсул и 1 флакон с сильнодействующими веществами 35-летнему жителю аула Зиюка. Мужчина установлен, препараты изъяты. В Ногайском районе сотрудники правоохранительных органов остановили автомашину под управлением 30-летнего жителя села Костахитогорова. Под водительским сиденьем обнаружены 3 пластины и 2 капсулы. Со слов водителя, данные лекарства содержат сильнодействующие вещества. Напомним, аптечные наркотики были внесены в список рецептурных препаратов и сильнодействующих веществ в связи с частым их немедицинским употреблением. Законодательством Российской Федерации за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение или сбыт сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 2 года. Жители Карачаева-Черкесии смогут принять участие в республиканском субботнике 2 сентября, который приурочен к празднованию столетия Карачаева-Черкесии. В районах и городах пройдут масштабные мероприятия по уборке и благоустройству, к которым присоединятся трудовые коллективы, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Баташева. Уважаемые жители Карачаево-Черкесской республики, напоминаем, что в эту пятницу, 2 сентября, вновь пройдет республиканский субботник, приуроченный к празднованию столетия Карачаева-Черкесии. Во всех районах и городах пройдут масштабные мероприятия по уборке и благоустройству, к которым присоединятся трудовые коллективы, волонтерские общественные объединения и просто неравнодушные граждане. Уже более 23 тысяч жителей Карачаева-Черкесии стали участниками прошедшего 26 августа субботника, который также был приурочен к празднованию столетия. Общими усилиями было собрано более 2000 кубометров мусора. Призываем всех присоединиться в пятницу к большой уборке. Для этого вы просто можете выйти на уборку своей придомовой, придворовой территории, улицы или обратиться в администрацию вашего населенного пункта, чтобы уточнить ближайший участок проведения уборки. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов. Компания по капитальному ремонту вузовских общежитий реализуется в России с сентября прошлого года по инициативе партии «Единая Россия». Комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов.
Мы к концу этого года, к концу декабря, мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшего образования о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий молодежный проект, итальянский проект был, фасады именно в таком цвете, но они в таком темном цвете не останутся, на них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени. Это все будет очень интересно и привлекательно. Милада Баюнсузова – одна из победителей Высокогорного Северокавказского молодежного форума «Махар-2022». Ее проект «Принципиальный допрос» выиграл грант. О том, как она планирует воплощать свою идею в жизнь, Милада рассказала в интервью нашей телерадиокомпании. Мой проект называется «Принципиальный допрос». Это интервью-проект, в рамках которого мы берем интервью у интересных жителей нашей республики, всего Северного Кавказа. Суть интервью в том, что есть два ведущих, один в роли доброго допросчика, другой в роли злого. Чтобы наш гость рассказал всю суть, мы используем такой метод. То есть один задает каверзные вопросы, другой немного смягчает это все, и таким образом мы добиваемся того, что человек нам рассказывает все. Ну, этого нам хватит, чтобы закупить необходимое оборудование для качественной реализации проекта. Мы учтем все ошибки, которые были при съемках первого этапа, то есть пробного. И, исходя из этого, мы будем улучшать качество картинки, звука и так далее. Мероприятия нужны в первую очередь для того, чтобы обрести полезные связи, знакомства, найти в профессиональной сфере себе сообщников, единомышленников. И приятным бонусом может быть грантовая поддержка. Даже если ты не победишь, ты можешь найти людей, вместе с которыми ты можешь реализовывать свои проекты. Если победишь, очень хорошо, ты уже со своей командой работаешь над этим дальше. В Тибердинском национальном парке завершилась заповедная школа Русского географического общества. Его участниками стали 10 ребят из различных уголков России – Москвы, Якутии, Нижнего Новгорода, Армавира, Сочи и других городов. Проект «Заповедные школы» включил физическое, интеллектуальное, научное и медиа-волонтерство. На протяжении 7 дней участники очищали от мусора туристические тропы, записывали треки маршрутов и создавали карты актуальных маршрутов, трудились над созданием фото- и видеоконтента для Тибердинского национального парка, который будет в дальнейшем использоваться на его медиаресурсах. Проект призван помочь особо охраняемым природным территориям решить приоритетные задачи в сфере экологического просвещения как среди молодежи, так и среди взрослого населения. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 28-33 градуса тепла, в горах местами до 27 градусов выше нуля, в Черкесске без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, воздух прогреется до 32 градусов. На территории Карачаево-Черкесии сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. Это были все главные новости Карачаево-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России.
Карачаево-Черкесия. До новых встреч!